Да. Привет, ребят. И продолжаем на моем канале. Вы смотрите его, я рисую. Вероятно, возможно, мне хочется, чтобы вы тоже порисовали. Но это не обещаю, конечно же. Заставить вас рисовать я не смогу, но зато я могу показать, что я могу нарисовать про Доту. Это интересная игра, которую играют много людей. И большое количество людей, конечно, играет. И мне это нравится, что я могу порисовать, а вы можете посмотреть. И вы все поиграли, а я нет, такие. И вам нравится, что это все связано с Дотой, а мне нет, и я такой сижу ругаюсь, а вам нет, и что-нибудь в этом роде. Конечно, нет. Конечно же, я хочу порисовать не потому, что... потому что это популярно. Мне как бы об этом не очень известно. Возможно, мне известно, что оно популярное, но мне не очень интересно, что вот прям вот много людей, которые... знают Доту и такие придут и скажут, что мы будем смотреть. Я это понимаю, что такого не будет никогда. Мне хочется разобрать, посмотреть, что мне интересно. Ну вот как вот есть какая-то вещь, да, мне не может интересно не вся эта вещь, но и часть этой вещи. К примеру, есть Дота, это такая большая игрушка, и там есть много кубиков, там можно играть, какие-то планы строить, а можно просто вот посмотреть, что есть кубики, и они довольно здоровски нарисованы, как и поиграть в них отдельно, вот посмотреть, как, чего сделано, там вот какая-то история мира, вот это вот мне интересно, посмотреть, как, чего сделано, почему сделано, как нарисовано, и вот я беру персонажа Доты и рисую, и сегодня я рисую Доту Bloodseeker, да, Seeker, вот что за Seeker, я не знаю. И потом я рисую его не в 100% похожести, а такой небольшой скетч по поводу этого чувачка, который вот есть, вот он так себя ведет. Не знаю, даже у него нос есть, я нарисую нос, он в таком капюшоне вроде бы. И такой здесь у него перевязка, что ли. В общем, капюшон классный, но я его так рисовать не буду подробно. А здесь у него руки и ноги, нарисую руки. Так. И вот сюда руки идут, вот здесь он держит в кулаке, будет держать какой-то супер меч. Супер Blood меч, да, вот такой меч. Огромный меч у него, сейчас я его так нарисую. Он такой неровный весь, и мне нужно сначала изучить его форму, а после этого... Вот что я делаю? Я пока вот так рисую, я вам расскажу, что я... Ну, в принципе, делаю, вот когда я рисую. Я делаю набросок, вот, я стараюсь его сделать как можно проще и быстрее. Минут за 5, может быть, даже если возможно, это быстрее нарисовать. Вот здесь у него кулаки я нарисую. Вот. Набросок всегда помогает. И если вы хотите, вот я буду называть, например, ролики, как нарисовать Доту там и так далее. Ну, вот, вы, конечно, не научитесь по моим роликам рисовать, но посмотреть, как это делает, вот как человек делает, вы увидите, и это, возможно, вам поможет. Потому что, ну вот как вот я, ход моих мыслей с помощью движений моих рук, вы можете почувствовать, как я чего думаю. Ну вот у него еще одна рука такая же, но мне ее рисовать сюда совсем не хочется. Здесь нарисую его копытце. Он, кстати, тоже парнокопытный, как и прошлая девушка. Или лапы у него, лапы. Ну тоже похоже на копыта. Нарисую такие. Такую ногу мощную, у него мощные ноги, и он, наверное, там всех убивает, ну, собственно, они там все убивают всех, и такая игра довольно кровавая, если посмотреть, ну, с точки зрения, что вот герои идут убивать других героев, там пытаются какую-то, ну, какую-то штуку сделать бредовую, это все вот можно рассмотреть, но можно это не рассматривать и просто как бы жить в такой вселенной, что действительно все герои идут и всех убивают. Так, ну а здесь я вот нарисую вторую руку. Я ее нарисую вот таким образом. Она будет поднята. Вот так вот. Вот видите, вот он поднял ее. Вот его, этот как его... В общем, вы поняли, да? А здесь у него меч будет. Я хочу нарисовать такой же меч, как здесь. Как уже есть один. Вот так вот он идет, вроде бы вот так. Вот так. И здесь...
Так, вот такой меч еще один. Короче, это будет такой крутой воин у меня с двумя мечами. Вот такой. Получилось круто, я не ожидал, что я буду так делать, но это, я надеюсь, будет красиво. Вот такой набросочек я делаю, ничего сложного, согласитесь, и вы можете тоже это повторить, если захотите. Так что я не то, что сильно вру, когда говорю, здесь, наверное, поярче надо выделить его капюшон, а то он как-то не выделяется. Действительно, по моим рисуночкам, наверное, можно что-то нарисовать, но будет, наверное, коряво, и когда, знаете, вот я... расстраиваюсь, когда все люди идут и смотрят, например, как нарисовать человека, фигуру человека, или как нарисовать портрет человека с нуля, и у него там большое количество просмотров, многие смотрят, вот как нарисовать все-таки там, и так далее. Мне это очень расстраивает, потому что, ну можно было догадаться, что навряд ли ты, если ты не держал никогда в руках карандаш и никогда даже не старался, а тут тебе почему-то захотелось, ну, с другой стороны, если уже захотелось, уже неплохо, я уже это не критикую, а вот то, что вот ты идешь и думаешь, что ты просто одним рывком, движением возьмешь где-то образование, вот не то, что образование, а опыт, который получил тот художник, ты возьмешь, посмотришь, ну смотри-то, как вытачивать, например, ложки. Вы не идете смотреть, как вытачивать деревянные ложки, русские народные, знаете, есть такие штуки. Пойдите, посмотрите, их очень легко вытачивать. Любой мужик российский, вот русский, вот он пойдет и вытащит вам эту ложку за минуты, что там, за 10 минут, за 5 минут, он вытащит вам эту ложку. Представляете, это круто, да? Но вы никогда не вытащите, если даже у вас есть это дерево, этот кусок дерева, даже полуобработанный, вы все равно не сможете, у вас руки не так растут. Вы поймете, что у вас руки, не, там силы нет, правильно, силы нет, ну ладно, в художестве не наш сил, нужно какой-то... сноровка. А вот если даже другой вопрос, а если вот сильный человек, например, он занимается спортом, футболист или гантели поднимает, да, он может поднять 16, 20, 100 килограмм в гирю, да, но при этом он не сможет вытащить ложку. Вы вот подумайте, да? И вот когда так люди делают, смотрят вот эти вот вещи, идут и все-таки надеются на что-то, мне, конечно, печалит. Я, конечно, думаю, что это люди сами дураки, потому что, ну жалко, что столько дураков есть, конечно же. Но я вас хочу обрадовать. Если вы будете рисовать мой рисунок, у вас тоже ничего не получится. Но так как я рисую его в виде скетча, и у вас получится скетч, но другой скетч, ну, с вашим пониманием вот этого того, что получается, у вас что-то да получится все равно, понимаете? У вас не получится точная копия вот такого же мужика, как я рисовал. И даже она не будет похожа у меня на... Почему я выбираю такие вот скетчевый такой формат? Потому что я не хочу быть привязанным сильно к тому, что рисовали другие артисты, вот уже художники для доты, потому что это действительно сложно. Надо изучить, скопировать, изучить все вот тело, как они построили тело, почему оно такое. Вот, и это тратит время мое, и мне это не нравится, мне будет тяжеловато входить в их шкуру и после этого выдавать еще один дотоподобный рисунок. Вот я уже закончил, смотрите, сколько там прошло, 8 минут, ну, дольше, чем обычно, я попытаюсь сейчас быстренько, там не так уж сложно, что-то там все красное нарисую, красным, как всегда, красный, черный, что еще в доте может быть, они любят эти цвета. Ну ладно, давайте так, начнем с рук. Вот теперь просто идет раскраска. Действительно, раскраска тоже, я стараюсь не усложнять раскраску саму по себе. Рисовать ноги, руки, лапы. Ну, у этого человека, даже у этого героя, наверное, лапы вместо рук. Так. И красным вот этот капюшончик нарисовать. Что вот. Стараюсь не усложнять ни раскраску, ни сам рисунок. Наоборот, постараюсь все упрощать. И чтобы мне самому... Я всегда хочу все упростить. Вот у меня такая задача. Не знаю, в жизни, не в жизни. Но всегда все упрощаю я. Это может, с одной стороны, хорошо. Но, а с другой стороны, я как бы некоторые вещи теряю. Ну вот, к примеру, этот рисунок не полностью передает то, что я бы хотел. Там, или фигуру, или объект. Но зато он передает мое... умение рисовать, к примеру, к
примеру, потом еще что он передает? В моем настроении, потому что где-то я стараюсь, где-то нет. Вот сейчас я не очень стараюсь, но как бы не особо запариваюсь вот так вот. Но не стараюсь совсем уж плохо нарисовать. Я могу стараться плохо. Вот такие вещи передает такой рисунок. Так, а когти у него черные, но мне черные когти совсем не хочется рисовать. Еще возьмем сереньким и покрасим вот эту вот штуку сереньким. Что еще такие вот вещи я хотел еще какие-то для людей, которые вот посмотрели, посмотрят и решат, что бы мне не рисовать. Я хочу сказать, что вы постарайтесь, конечно же. И тоже упростите, попробуйте упростить себе задачу, попробуйте сделать так, как вам нравится, как вы умеете рисовать. Вот возьмите те цвета, которые вам нравятся, возьмите, чем вы хотите рисовать. Вот я, например, рисую фломастерами, но может быть вам не нравится рисовать фломастерами, тогда возьмите другой, чем можно, карандашами. Карандашами очень хорошо рисовать, мне всегда нравилось рисовать карандашами, я рисую карандашами. Ух, как я быстро стал говорить, слушайте, сейчас потише поговорим. Тише, тише, мыши, кот на крыше. Вот. Но почему я не рисую карандашами сейчас? Потому что мне хочется рисовать такие более сочные рисунки. Я даже, может быть, я теряю в чем-то в качестве рисунка. Вот он такой некачественный становится. Он там вот там валяется, там он испортился. Ну, видно, что он не очень, не такой качественный, как можно было написать карандашом, к примеру, да? Но зато он имеет какой-то характер свой, явный такой, отличающийся от остальных рисунков, которые, когда рисуют карандашом, получается, особенно когда очень сильно стараешься, ну, действительно, взял, постарался, нарисовал хороший рисунок, добротный, да, но потом, мне кажется, я в него не вижу в этом рисунке чего-то такого своего, что ли. Вот если я там нарисую какой-нибудь там героя или кошечку, ну вот что-то своего я меньше чувствую, потому что мне приходится работать уже в том... А вот сейчас вот я пытаюсь поддержать другой стиль рисования, грявый-горявый. Я совсем как бы отхожу от того, что можно было нарисовать просто вот. Ну вот получается, смотрите, вот получился такой набросок карандашом, но здесь, наверное, нарисую кровищу. Такую кровищу, потому что это блат, и я нарисую кровь. Вот у него следы крови. На клинке на его кровь, на зубах кровь, здесь кровь течет. На вот этих вот его зубах, которые по сторонам тоже кровь. Везде кровь. Вот так вот все нарисовал. Ну вот, видите, получилось, что я рисую минут 15. Я стараюсь. Ну и вот я даже не очень сильно стараюсь, все равно ложился. Вероятно, если вы бы рисовали карандашом, у вас получилось бы подольше, может быть, пару часиков. Но зато вы включили бы хорошую музыку, послушали бы то, что хотели бы. Да, я вот этого не делаю. Я просто с вами болтаю, рассказываю, что я делаю. Вот уже закончено. Смотрите, я успел. Первый раз я успел, кажется, когда я хотел вот именно в это время успеть. Смотрите, получилось то, что я хотел. Я почти уверен, что он такой мужичок Bloodseeker есть в доте. Я его нашел в интернете, посмотрел. Я буду рисовать дальше героев. Буду рад, если вы тоже напишите мне что-нибудь, какие герои вам нравятся, к примеру, или, так бы, как сказать, если вы сами увлекаетесь рисованием героев, то покажите, как вы рисуете. Мне это будет гораздо интереснее, чем просто какая-то болтовня в комментариях, мол, этот не похож, а этот похож, а этот вообще не такой, а я люблю того. Ну, попытайтесь что-нибудь интересное мне рассказать, если вам хочется. А пока... Собственно, все.